Молодежный театр «Гасыр жастары» представил новую постановку на радость зрителя. Увидеть премьеру спектакля «Мансап Хорлар» по пьесе Жусипека Аймаутова собралась молодежь города. В целом, произведения этого автора наполнены патриотизмом, искренней любовью к родине. Писатель наряду с этим подчеркивает актуальные для общества проблемы. Все вышесказанное как раз есть в пьесе «Мансап Хорлар». Поэтому выбор был очевиден, отмечает режиссер Гаухар Аддай. Это уже ее 15-я работа, где она совместно с художницей по имени Гульдана Алина создает неповторимое представление. Всего в работе над спектаклем принимали участие 10 актеров театра «Гасыр жастары». Вместе они представили на суд зрителя 4 разных типа карьеристов. Он актер. 10 актеров друг за другом показывают 4 разных персонажей. Подача драмы в стиле реализм уже устарела. Зрителям нужен другой подход, иначе им скучно. Поэтому мы постарались в своей работе сделать так, чтобы в спектакле нашлось место, где можно и погрустить, и посмеяться.